две старые фотографии, два деда со стен, как будто смотрят на меня. Один погиб почти перед победой, другой пропал в немецких лагерях. Один дошел до самого Берлина, в апреле 45-го убит. Другой пропал без вести, словно сгинул, и даже неизвестно, где лежит. Я чувствую родного, две разных жизни, но с одной судьбой. Со старых фотографий смотрят снова те, кто однажды жил со мной с тобой. И в этот день защитники отчизны, героев павших, будут вспоминать. Они свои за нас отдали жизнь, чтобы мы могли отчизну защищать.